Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днем». В этой рубрике я на материалах периодической печати прежних лет рассказываю, что творилось на нашем полуострове в разные годы века минувшего, в этот самый день. А сегодня рубрика совмещена с рубрикой «Культуртрегер». А я уже говорил, быть культуртрегером легко и приятно. В то время как грязные и вонючие пролетарии крутят гайки на заводах или подметают улицы, я сижу в уютном теплом доме и читаю стихи. 27 день января, 1929 год. В этот день газета «Полярная звезда» опубликовала стихотворение Михаила Уралова «Песня Ламута». Михаил Уралов – это первый профессиональный писатель Камчатки. Его книга «Ламутские рассказы» вышла в Москве в 31 году века минувшего. Уралов был журналистом, краеведом, фольклористом. И зимою с 41 на 42 год он без вести сгинул в хребтах Быстринского национального района. Наконец-то вы узнали правду. А мы читаем его стихотворение «Песня Ламута», опубликованное в «Полярной звезде» в 27 день января 29 года века минувшего. Ламутке Анли посвящаю. Месяц сопки покрыл позолотой и усыпал снежок серебром. По тайге, утомленной дремотой, Нарта мчит нас с лихим каюром. Он ламут, окаймлен сединою, но в груди видно теплится май. Бирюзовой сверкает звездою, чернобурой на нем малахай. Все поет он про юность былую, про большие стада оленей. Ах, старик, спой мне песню иную. Спой мне эту, спой, ну, веселей. Ты ее повтори мне снова. Я с ламуткой плясал Нор-Гали. Уронила она мне три слова. Тебя любит Анли. Что с тобою, старик? Ты смеешься? Но над кем? Надо мной или Анли? Нет, я верю, ты песней зальешься, а я вспомню про тенор-Гали. Черных глаз глубину, словно омут. Темить кос буду я вспоминать. Может быть, этой девушке скажут, не учись ты любить и страдать. Он запел, Анли ты увидишь, будешь петь и плясать Нар-Гали. О глазах просишь спеть, видно, любишь мою дочку родную Анли. Напоминаю, это стихотворение Михаила Уралова «Песня Ламута» было опубликовано в 27 день января 29 года в газете «Полярная звезда». Это был выпуск «Камчатка. День за днем» 27 января.